Во время рабочей прогулки по аллее роз мэр Анапы Сергей Сергеев покритиковал работу коммунальных служб и распорядился привести парковую зону в порядок. Место отдыха должно быть приятным. За неделю распоряжение Сергея Сергеева выполнили. Аллея роз стала богаче внешне и по содержанию. Все лавочки отремонтированы, большие работы проведены по озеленению, высажено более 3000 зеленых насаждений. Проведены также работы непосредственно по части тротуарной пешеходной зоны, которая усыпана у нас красивой крошечной крошкой, мраморной крошкой. Непосредственно вся эта крошка аккуратно вся сформирована. Установили еще 20 дополнительных скамеек, чтобы анапчане и гости курорта могли не только прогуливаться по зеленой аллее, но и отдохнуть в тени фруктовых деревьев. По рекомендации мэра Анапы учли даже такие полезные мелочи. Урны установили рядом со скамейками. Теперь аллея роз – красивая и комфортная зона отдыха. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.